Друзья, всем привет! Начинаем наш мини-влог. Так, я хотел показать район, где я раньше часа, да, проходил, друзья. Ну, особенно этот район узнают мои коллеги, друзья. Я раньше, как и в своих видео говорил, раньше работал в правоохранительной системе. И мы часто ходили по этой улице, друзья. Ну, кто работал в органах, они знают, почему мы часто ходили по этой улице. Вот, особенно сворачивали сюда направо. Так что, друзья, коллеги мои, пишем комментарии, да? Раньше, вот, почему мы ходили по этой улице, в этом районе расположено наш госпиталь, да, куда мы ходили лечиться, профосмотр проходили, друзья, лечились, вот, потому что, вы понимаете, да, ну, все мы люди, и получается, здоровье, да, может подшатнуться, и всегда главное не забывать о своем здоровье, друзья. Так что всем коллегам своим передаю привет. Пишите комментарии, кто сейчас на пенсии, кому еще чуть-чуть осталось, друзья. Желаю всем благополучно, да, дослужить до пенсии. Вот, никогда не болейте, будьте здоровы. Ну, вообще, мое пожелание, наверное, ко всем людям, да, не только к моим коллегам, ну, и ко всему народу, ко всем жителям города Тарас и вообще всего мира, да, кто, может быть, с другой стороны смотрит. Если среди моих зрителей есть... да, кто смотрит меня из-за рубежа, там, да, СНГ или зарубежья, пишите комментарии, друзья. Рад буду вас услышать. Вот. Ну, это мне приятно будет, что вы смотрите, да, наш канал из-за рубежа, друзья. Так что всем добра, всем здоровья желаю, да. Ну, как вы сами видите, сейчас наступила осень, да, похолодание, дожди. Поэтому не забывайте частенько менять обувь, да, на теплую. Вот. Теплее одевайтесь. Особенно нашим детям, да, нужно следить за здоровьем. Потому что они же дети. Всегда легко одеваются, друзья. Так что всем добра, всем удачи, всем крепкого здоровья. Здоровье – это наше первое богатство, друзья. Не забывайте об этом. Берегите себя.